Он выбрал направление, он готов к старту, он адресован самым требовательным клиентам, которые ценят инновации, высочайший комфорт и безупречный дизайн. Всем доброго времени суток! Сегодня тест-драйв нового Chery Ariza 8 от официального дилера автоцентра АНТ. Этот автомобиль можно назвать долгожданным. Почему? На нашем рынке крайне не хватает седанов. Совсем недавно Chery Ariza 8 был представлен на шанхайском мотор-шоу, а теперь он здесь, на алтайской земле. Ariza 8 – новая модель в гамме Chery. Его интерьер в каждой детали отражает эстетику бизнеса, элегантности и технологичности. Удлиненный стройный силуэт автомобиля подчеркивает выразительные формы, отражает стремительную динамику и мощь. А теперь чуть подробнее про все плюшки, которые вы сможете увидеть на Chery Ariza 8 невооруженным глазом. 18-дюймовые двухцветные алюминиевые литые диски, полностью светодиодную оптику, передние и задние датчики парковки, систему мониторинга слепых зон, предупреждение о покидании полосы и ассистента удержания в полосе, а также система предупреждения о фронтальном столкновении. Что касается салона, интерьер декорирован стильными хромированными элементами. У сидений кожаная отделка, электрическая регулировка положения водительского сиденья в 6 направлениях с функцией памяти. Комплекс системы мультимедиа представлен единым сдвоенным экраном общей диагональю 24,6 дюймов. Беспроводная зарядка для смартфона, видеорегистратор, голосовое управление, штатная навигация, 8 музыкальных динамиков и атмосферная подсветка интерьера. Переместимся под капот. Здесь нас с вами ожидает турбированный двигатель 1.6 TGDI, 186 лошадиных сил. А скорость от 0 до 100 км в час у Chery Ariza 8 занимает 8,9 секунд. Расход топлива на 100 километров, в городской среде 8,5, а за городом 5. Сейчас самое время приобрести Chery Ariza 8. Цена с учетом максимальной выгоды составляет от 2 884 тысяч рублей, а сама выгода до 515 тысяч рублей. Действующие кредитные программы, честное авто, рассрочка 0% и Chery Легко, классический автокредит от 10-4%. Chery Ariza 8 – это технология.